Здравствуйте, граждане собутыльники, Саныч на связи, я вас их очень рад приветствовать у себя на канале. Сегодня мы послушаем, сколько у Милфы Ирины было мужиков после развода. Всем привет, меня зовут Ирина, и мне в следующем году исполняется 50 лет. Я разведена с 2010 года, но до этого я была замужем 18 лет. Я в 19 лет вышла замуж и развелась, мне было где-то 38. Вот, у меня двое детей остались со мной, а сын и дочь 16 и 11 лет. И мужчины сейчас очень часто, просто я вижу в ТикТоке, говорят, да блин, женщина с прицепом. Знаете, в общем, когда я развелась, через год я зарегистрировалась на сайте знакомств. И у меня было более чем 300 встреч с мужчинами. Встреч — это не то, что я не спать с ними, а именно встреч, знакомство. Ну. Ребята, вы только вдумайтесь в эту цифру. 300. От соси у тракториста. Я не верю, что она ни с кем там не спала. Ну, 30, да, как бы. 30. Это реально 30 встреч, да, как бы. До хрена. 300. 300, ребята, 300. Это настолько тщательнейший подбор оленяк, что я даже прям не знаю, что сказать. Ну просто прям ювелирно отбирает. Это 300 раз на халяву можно пожрать. Да, ну, может быть, не все ведутся, как бы там, пускай половина. 150 раз на халяву тетя пожрала, когда и никого из них не выбрала. И я не поверю, что она ни с кем из них не переспала. Пускай каждый пятый будет. Сколько, 60? 60 человек через нее прошли за буквально там несколько лет. Жесть.